Вандал, который сломал надпись «Рязань-2020», попал на видео. Инцидент произошел 24 декабря в 4 часа утра. Кадры с камеры наблюдения опубликованы мэром города Еленой Сорокиной на своей странице в Фейсбуке. Глава города написала, что действия хулигана не останутся безнаказанными. По факту вандализма подано заявление в полицию. В мэрии заявили, что буквы будут восстановлены. На месте работают сотрудники дирекции благоустройства города. Стоит отметить, что этот арт-объект построен не на бюджетные деньги, а подарен спонсорами. Напомним, на прошлой неделе арт-объект дважды потерял буквы из-за сильного ветра. Его неоднократно укрепляли. Также появилась информация, что аналогичная надпись появится и со стороны цирка. На нее и украшения Лыбецкого бульвара потратят 3,4 миллиона рублей. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».